Едем домой. Ресли. Поедем. Мы уже проснулись. Рано встали в 9. Такой видочек там. Будем собираться сейчас. И поедем, потому что там надо все открыть, проветрить. Нам придется еще посидеть на улице с котиком и потом уже все там убирать. Домой едем? Поедем? Ты хорошо себя ведет, вообще зайка. Так холодно, ребят, сидим, ждем такси, там он котик. Игрушка. Наша машина сейчас скоро приедет. Бррр, ужас, как холодно. Вот такой, что мы оставили котика и теперь пошли позавтракать в столовую. Потому что у нас там все надо мыть. Так что... Такой свеженький. Ты что будешь? Здравствуйте. Ты что будешь? Смотри, салатиков тут много. Ну, что-нибудь горячее, как хочешь. Далее у Игоря супчик, лапша, гречка и отбивная свиная. Вкусный салат, морс и компот, хлебушек. У меня морс, компот, пюрешка с куриной, курица с ананасом. Рогалик с вишней, типа круассана, крабовый и 2 кусочка хлеба. Это все нам обошлось 400 с чем-то рублей, там 430, что ли. Так что мы кушать, всем приятного. Такой у нас завтрак, обед. И впереди у нас уборка. Смотрите, как здесь атмосферно. Прикольненько. А еще здесь вот такая стена и вид в окно. Так что всем хорошего настроения, всем приятного аппетита, мы будем кушать. Для нее. Ребят, посмотрите, сколько тараканов. Просто кишит. Ну, это дохлый. И в нашей комнате. Смотрите. Представляете? Это же кошмар. Везде. Кошмар. Ужас, как много. Столько никогда не видела. Игорь подметает. Я пришла с магазина, купила картошки, сок. Фу. Ну, кстати, не сильно воняет, да? Сели обедать. Наконец-таки все убрали. Белье сушится тут. Перестирываем все. Будем смотреть телек. Пообедаем, ляжем спать. Так что всем приятного. У нас тут оливье, кстати, я сделала. Я сделала побольше, чтобы на обед и на ужин хватило. Смотрите, какой ужин сготовил Игорь. Картошка жареная с грибами, с курочкой вообще. Еще у нас тут оливье, сок и танцы. Вообще, мы сегодня хотели футбол смотреть, но футбол отменили из-за коронавируса. Так что будем кушать. Всем приятного. Кстати, сегодня звонил Дима Насте. Всем там скучает. Вот. Болтали они долго там. Родителям звонил. Так что... Ждем его. Всем приятного. Пошел. Ребят, мои шлепки тут. Ходила сейчас, выключили свет, ходила сейчас по комнатам. Нигде вроде так не видно тараканов. Единственное, что у меня по кровати полз один. Видно, какой-то залетный. Я сейчас собираюсь на самом деле спать, буду стелиться. Сейчас Игорь мне сделает массаж. Хочу вам сказать спокойной ночи. Я не поворачиваюсь, потому что не видно. У нас темно тут. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока.